выходить. О, боже мой, закружила, околдовала. Боже мой, у нас в гостях народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Невероятно! Надюша! Да, Коля? Ну какая же ты роскошная, красивая. Просто всю тебя обсмотреть хочется. Господи, как... Хорошо, что не потрогали. Ну, я читаю новости, там есть кому потрогать тебя. Тихо. Все, молчу. Но для нас большая честь, что сегодня в этом потрясающем выпуске ты составишь полную сотню уникальных музыкальных экспертов на этой стене. Поэтому приглашаю тебя занять место рядом с Сергеем Лазаревым. Я пошла! Да. Здравствуйте всем! Здравствуйте! Подробнее овации всего зала! Вас люблю, друзья мои! Ура! Добрый вечер, друзья! Юбилейный сезон – это важное веко в истории нашего проекта. Мы отмечаем его с таким размахом, чтобы каждый выпуск был особенным. Поэтому приготовили для вас очередной сюрприз. В этот раз мы поставим рекорд громкости в исполнении песен, потому что сегодня на сцену выйдут только коллективы, группы, хоры, вокальные ансамбли, госпелы и другие многоголосия. Добро пожаловать на специальный выпуск самого грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Оценивать сегодняшних участников, как обычно, будет сотня. Самый большой разнообразный хор жюри в истории вокальных проектов. В его рядах представители всех существующих жанров и направлений. Певцы, композиторы, авторы, музыканты, преподаватели, доценты, кандидаты и доктора наук, обладатели различных премий и легенды музыкального мира. А солирует в этом хоре вокалист с невероятным опытом, но еще без бороды и не седой, Сергей Лазарев. Ну, борода уже есть, да, и седина появляется с такими-то нервами здесь. Здравствуйте, уважаемые зрители, привет сотням! С этой стены не раз звучали утверждения о том, что сольных исполнителей и коллективы нельзя сравнивать между собой. Слишком большая разница в технике исполнения, в самом звучании. В общем-то, именно поэтому мы решили сделать отдельный выпуск специально только для коллективов. И сегодня они будут соревноваться между собой. Мне кажется, что это абсолютно честно. Ну а мы, члены жюри, судьи, как всегда, будем искать лучших. Удачи всем! Правила такие же, как всегда. Участники должны спеть так, чтобы эксперты поднялись и подпели им. Сколько экспертов окажется на ногах, столько баллов и получит коллектив. Тройка лучших займет места лидеров, но только два хора пройдут в полуфинал. А если победят и там, смогут в финале сразиться за почетное звание победителя сезона и большой денежный приз – 5 миллионов рублей! А также... От нашего информационного партнера радиостанции «Новое радио» победитель получит сертификат на создание оригинального сингла и ротации его в эфире «Нового радио», где звучат только суперхиты и суперновинки. Коллективы готовы? Мы начинаем специальный выпуск юбилейного сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Сегодня будет еще громче! Ансамбли — это вообще очень круто, на самом деле. А кого сегодня будет? Народники будут? Ну, конечно, должны быть. Ну, главное — народники. Все жанры представят. Для меня я например, народ... очень госпел жду. Хор — это всегда мощь звучания, это всегда потрясающе. Ну и возможности Но огромные. И оценивать это нужно по-другому совершенно. И ансамбль, и хор. Там совершенно другие критерии. Я сегодня оценивать никого не буду. Я сегодня буду... Наслаждаться и слушать. Наслаждаться, вот, да. Есть... И чтобы у меня... Болела душа. Или не болела. Или не болела, да. Ух. А как ты думаешь, кого будет больше, народников или эстрадников, или вообще джазовиков? Вообще кто будет? Вот в том-то и дело, что будут все. Всем доброго здравия. Мы – Московский казачий хор. Наш коллектив образовался 10 лет назад практически на кухне общежития Московского государственного института культуры. И вот так вот за чаем, за жаркой картошкой мы решили, что а давайте попробуем.
И сначала это, конечно, были студенческие попытки, где-то наивные, творческие поиски. Но все закрутилось, и из-за большой любви и большого желания родился коллектив, который вот на данный момент объехал уже 24 страны. И мы представляем нашу культуру практически на всех континентах. Ну и с большим удовольствием выступаем и на нашей матушке России. Выступление нашего хора – это не только вокал, традиционное казачье пение, смешанный хор, разные составы. И мужским составом поем, и девушки отдельно поют прекрасно. Мы также и танцуем, и мало того, владеем казачьей шашкой. Это называется фланкировка. Казаки всегда ищут приключения, и, конечно, «Ну-ка, все вместе» — это вызов для нашего коллектива, и мы хотели бы показать себя и показать не только коллектив, а показать именно казачью культуру, потому как это сейчас очень важно. Опачки! Казаки! То казаки мои пошли, я казачка. Дорогая публика, уважаемая сотня, Надежда Георгиевна, доброго здравия! Московский казачий хор прибыл для того, чтобы добавить особого казачьего колорита и показать свое творчество. С Богом! Делает вид, что нас не знает вообще, я вас не знаю. Марина наша по центру, которая, она у нас в экспертах сидит все четыре сезона. Вдруг, неожиданно для нас. Моя правая рука, как говорится, Лен. Вот знаешь, что все время мы вместе сидим. А делает, что нас не знает, смотри. Вообще, Сереж. Фирсова, молодец. Работай, Фирсова, работай. Молодец. Девчонки улыбаются, красивые все такие. Ай, какие хорошие. Ай, на горе меня не бойся, ой, как красиво! Тебя не трону.
что это за начало? Ну вы посмотрите! Марина! Марина! Боже мой, как приятно, что у нас в коллективе наш эксперт Мариночка! Я теперь буду подходить к тебе минимум за километр! Марина! Неожиданно! Надо было раньше саблю надо было доставать. Сколько-то, Марин? Ну что ж, давайте посмотрим, сколько баллов набирает московский казачий хор. Их хормейстер Марина Фирсова. Люба. Люба, Марин, ну запоминай, кто не встал. Ну что, Олеся, ну, конечно же, ну, для меня это тоже было просто шоком, когда Марина появилась. Нет, да я всю ищу подругу, еще, думаю, ну она, что ж, да? где она? Вот это, конечно, сюрприз был. Ну, Колечка, тебе правда, теперь нужно быть крайне аккуратным. Да я теперь когда... понимаю, почему да, она да, до сих неудачную... пор не замужем. Да, за неудачную шутку она сейчас... как достала вот это. Можно чего-нибудь и лишиться, так что... Ну, я буду... у меня язык без костей, могу шутковать. Конечно. Она может его нашинковать. Я уже понял. Бесспорно, да. Ну, круто, да, как было? Ой, друзья мои, я вообще просто в восторге, потому что для меня сегодня настоящий праздник. Такое фееричное начало красок, голосов. Я вообще не понимаю, как эта сцена осталась цела от энергии, от накала, от страстей. Народная песня рулит! Да! Ура! Ура! Ну что ж, я иду да, дальше. Ура! Сережа, народная песня рулит! Да! Следующий, ну, если альб... ты уже начал следующий, говорить, говори. Следующий альбом будет народный. А я тебе в этом помогу. Да. Сереж, твоя борода уже, в принципе, по размерам подходит. Да, скоро, еще чуть-чуть, еще надо сезончик. Но на самом деле, раз уж мне дали слово, я правда не знаю, как мы будем сегодня оценивать, потому что, ну, вот на такое исполнение хочется вставать, хочется подпевать, хочется поддерживать. Марина, это была такая неожиданность. А самое главное, что ты делаешь вид, что нас всех не знаешь. Я 5 лет мечтала, думаю, вот с ребятами прийти сюда и показать вот эту удаль народную, казачью. И... Но я, так как сегодня все-таки ансамблевое пение, я хочу сказать, что весь ансамбль потрясающий. И вы звучали, ну, знаете, вот ощущение, что правда, это какая-то пластинка. Но вы так четко, так вместе. Это высший пилотаж, поэтому такой высокий балл и сразу задали такую высокую планку. Я думаю, что сегодня самые главные замечания будут все-таки звучать от Надежды Георгиевны, потому что это ее стезя. Ну, а от меня просто восхищение. Браво. Ну, а перед тем, как спасибо. Мы перейдем к Надежде Георгиевне, я сначала дам слово Марии Зайцевой. Машенька, тебя что, не впечатлили казаки? Тот случай, когда не хочется, чтобы давали микрофон. Вот я не знаю, можно так говорить или нет, я просто вспоминаю Moscow Gospel Team, почему я привожу пример, потому что вот те ребята, это вот больше мое нутро, больше моя музыка. То есть у меня, наверное, вопрос только к этому. А вы великолепны, спасибо вам большое. Дело вкуса. Да, это дело вкуса. Арсений Бородин, человек, который совершенно поет в другом жанре, воспринимается, он стоит. Ну, если я буду рассуждать в течение всех выпусков «Ну-ка, все вместе», то, наверное, 90% музыки, которая здесь звучит, я слушать никогда в машине не буду. Но это не дает мне права, будучи профессионалом, не поддерживать... Понимаешь, на Мария, шоу! Какой должен быть подход? Не поддерживать настоящее искусство и настоящую, просто невероятную, сложнейшую работу этого прекрасного коллектива. Браво вам, спасибо большое. Я думаю, в вашем коллективе не хватает этого голоса. Максим? Ну, во-первых, приветствую всех, дорогие зрители. Ребят, ну, что сказать, это гениально. Во-первых, чистейший ансамблевый строй, движение, харизма. Вот этот посыл лихой, и потом в конце, когда, Мариш, ты вышла шашкой крутить, ну это просто такой восклицательный знак это на вашем выступлении. Это в честь юбилея, вообще там я не машу шашкой, я но так и для понял. Сотни это, сегодня only специально. Это ну-ка все вместе. Да? Поздравляю, шикарно, спасибо большое. А я иду к Юрию Романову, нашему казаку. Наконец-то, Юра, у тебя сегодня раздолье какое. Я теперь в эту профессорскую даже подходить не буду. Что мне их слушать-то, этих людей? На 2-й секунде поднялся. Мое казачье сердце, моя душа радуется сегодня и благодарит вас за этот праздник. Вся страна. Спасибо большое, друзья.
Ну а теперь мы внимаем голосу, таланту, масштабу прекрасной Надежды Бабкиной, которая столько лет является просто собирателем наших традиций, исследователем. Надюша, я так счастлив, что ты сегодня у нас в «Сотне» на программе. Я счастлив, что я с вами. «Ну-ка, все вместе» для меня самый крутой проект, который есть у нас в стране. Это правда. И когда мне задавали вопросы, говорили, а с чем это можно сравнить? Я говорю, да ни с чем, потому что это настолько живой сам по себе процесс, и люди живые. И это замечательно. А вот что касается Коли, я боюсь и не буду появляться, что девушка-то вышла с шашкой. Скажу тебе так. Она делает все правильно. Мне подарили однажды казаки серьезные. Я сама казачка. Ну, знаю. Да. Бойся меня. Чего тебя бояться? Ну, я, ты же понимаешь, я абсолютно беззлобная. После последнего раза, как мы с тобой накатили чину. Тихо, молчи. Когда я тебя несла, да. Потому что женщины-казачки, они очень сильные. Поэтому скажу тебе следующее. Подарили. Я из ножен это вынимаю, а там написано. Без нужды не вынимай. Без надобности не размахивай. Поэтому не было ей смысла вынимать, размахивать. А когда пришел момент, дорогой мой Коля, она это продемонстрировала. Но ты должен об этом помнить всегда. Такой инструмент при нас всегда водится. Что касается выступления, дорогие мои, я просто счастлива. Вы олицетворяете дух, душу, силу, волю, любовь к стране достойно. Красиво, звучаще, трепетно. Я вас люблю. И я вас от души всегда поддерживаю. Потому что вы несете самое что ни на есть. Нашу традицию. А традиций в России много. Но главная наша традиция – сохранить и бережно относиться к тем ценностям духовности и культуры многообразной страны России. Спасибо вам! Браво! Мои, честно говоря, 100 баллов, а то и 150 все ваши. Ну что спасибо. Ж, Московский казачий хор набирает 95 голосов и занимает первое место в тройке лидеров. Браво! Иногда у некоторых исполнителей все одинаково звучит. У них было от пиано до форте, до кульминации, до яркого финала. А какая сдержанная энергетика была в начале. И потом она нашла выход в шашках. А Марина как вышла все шашка, продумано. Я просто в шоке была. Она такая красивая в этом казачьем костюме. И он так идет. Да. Прям как хорошо, когда свои поют, да? Мне кажется, если мы отсматриваем коллектив как коллектив, то здесь один человек выделялся. Она была солисткой, при том ей не являлась. Потому что мы ее знаем. Мы, ну, как бы на это есть какая-то поблажка. Наш Марина. Я не оценивал коллектив с точки зрения Марины вот 100%. Я абсолютно абстрагировался от Марины. Выступление первого же коллектива показало, как серьезно настроены участники на победу. И, похоже, вокальная сеча сегодня будет знатная. Это спецвыпуск юбилейного сезона. Ну-ка, все вместе! Мы продолжаем! Вот в этом сложность оценки коллектива, хорового особенно. Лавина звука, и здесь и хореография, и все. И на самом деле, вот 5 человек там не встало. Вот каждому дай слово. И никто критерии конкретные не скажет, почему он не встал. Привет. Я Бровкина Ольга. Я Христина Зайфиди. Сегодня мы вдвоем здесь представляем вокальную группу под названием «Те Амо». Мы знаем друг друга уже очень давно. Мы учились вместе, приехали из разных городов в столицу нашей родины. Учились в Академии хорового искусства имени Попова. И когда мы приехали и поселились в общежитие, так оказалось, что мы жили на 3 кроватях в комнате размером, наверное, 10 квадратных метров, может быть, даже меньше, вчетвером. И вот так с тех пор мы дружим и не расстаемся. Мы всегда-всегда дружили, встречались с семьями. Слава богу, бывшими не пересекались ни разу. Как-то так повезло нам, что никто ни с кем
не пересекся в этом плане. Да, не в нашей традиции. Да, повезло, просто повезло. После окончания учебы, а учеба у нас была потрясающая, совершенно невероятная. Мы работали с лучшими дирижерами, с оркестрами, с певцами. Мы проехали мировой тур с Дмитрием Хворостовским. Были в Америке, в Канаде, в Мексике, в Лондоне, в Париже. Всю Россию проехали с ним, как артисты хора, пели с ним, шутили. Мы очень любим компилировать разные жанры, музыку разных эпох. Это и классика с какими-то современными ритмами. Ну, то есть, поскольку мы пели совершенно разную музыку, и у всех большой опыт, то мы вот так вот, нам приходит какая-то идея, и иногда совершенно вроде бы несовместимые вещи совмещаются. И, соответственно, также и соло. Это наша фишка. Да, у каждой свой голос, свой какой-то темперамент, и где-то каждая солирует. Никто не обижен. Но лучше всего мы звучим, когда мы сливаемся в четыре голоса, и это, конечно... Нас, кстати, называют королевами унисона и... Да, повелительницами последнего аккорда. Ну, посмотрим последний аккорд. Последний аккорд — это самое сложное, поэтому будем над ним... Он у нас всегда очень сложный, и нужно настроить свои ушки внимательно. Как интересно. Но, кстати, ансамбль будет сложнее. Вот ансамбль ну здесь вот очень... Ну вот тебе, пожалуйста, вот ансамбль. Вот ансамбль. Очень слышны голоса. Квартет. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Мы группа «Те Амо», а «Те Амо» значит «Я тебя люблю». Мы четыре голоса, четыре стихии, четыре музы. Мы поем о любви, но главное, что мы четыре подруги, и это основа нашего творчества. Хищная девушка, хищная прям такая. Да смотри. Такое жеманечное. Да, чуть-чуть. Немножко, да. Да. Посмотрим, чуть-чуть. Может, они споют. Сейчас будет, мне кажется, дуэт цветов из... оперы «Лакме». Hey sister go, sister soul, sister flow, sister. Hey sister go, sister soul, sister flow. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз, лишь не затянь им песню. Верхний голос фальшивит. Бедрами надо брать, бедрами. Я всегда с опаской попурятну. Круто. Бежит дорога наша и не видно.
нас так смотрели. Душные вы, душные. Да? Ну что ж, давайте посмотрим, сколько голосов набирает группа «Тиамо». 69 голосов. Ну что ж, а я стою около H23. Ты, конечно, просто... Ой, какие часы у тебя дорогие. Где ты такие купил-то? Так хорошо продаются треки? Все хорошо. Неожиданно. Ну что, я смотрю, ты вскочил, что ты тут творил, какую вакханалию ты устроил просто. Тебя понесло прямо, девчонки зацепили. Девчонки, само собой, зацепили. Дайте шума для этих девушек, они отлично выглядят. Ребят, в общем, что я хочу сказать. Вы понимаете, что это такое крутое попурри было? То есть они смешали, они соединили несовместимое в одно. И за это просто огромный респект. Здесь должны быть просто уйму аплодисментов. Вы... В натуре перевернули игру. Вот вам за это респект. Вот реально, вы лучшие девчонки. Именно так меняется музыка, понимаете? Именно так. Именно так мы в России можем показать, что мы можем что-то изменить, понимаете? И здесь отдельный Maxim Noise для всей нашей страны. Понимаете? Все верно, все верно. То, что наши русские девчонки... совмещают несовместимое. Я даже с тобой не спорю, понимаешь? Я солидарен с тобой. Ты просто говоришь... Вот, понимаешь, несколько передач уже посидел, посмотри, как говоришь. Вот просто еще make some noise. Мы тебя человека русский, сделаем. Мы тебя распустишь еще волосы. Распустим, и все. Уйдешь красивым, сексуальным. Я с тобой просто согласен. То, что ты говоришь сейчас, это абсолютная правда. Молодец, я с тобой солидарен, понимаешь? Яна, ну ты такая прямо сегодня и в то же время яркая, и такая рокерская какая-то, такая, прямо у тебя глаза горят, эмоции зашкаливают, да, прямо тебе понравилось. Давай, поехали. Поехали, это для твоего... спича. Я в дичайшем восторге от микса, от смелости, от красоты и, самое главное, от новизны. Здесь я веяла действительно свежестью. Побольше бы вот такого, как вы нам дали еще, вот что касается современной музыки, потому что настоящая современная музыка — это не просто поп, это как раз то, что вы сделали, это совместить несовместимое, психоделический джазовый авангард с поп-музыкой. Вот это вот я кричала такие вещи, когда я вас слушала. Да, и благодарю. Подожди, за вот такие вот ассоциации. Психоделические, авангардные, джазовые, какой-то поп. Ну вот что-то такое, там было все. Было очень странно, спасибо за это. У меня вопрос к одному эксперту, мать стены. Почему не встала Этери Бериашвили? Стилистический винегрет, на мой вкус. То есть... там и из «Пятого элемента» что-то было. Это, да, эти вставки, цитаты очень часто делают акапельные группы для того, чтобы разнообразить свое выступление. Но если, допустим, это песня, где уже вшита сложность в виде сложных мелизматических ходов, и вы за это беретесь, то это надо исполнять безупречно. То есть надо было прям заморочиться на то, чтобы... чтобы это все было просто... как бусинки, да? То есть мне не хватило точности в именно англоязычной песне. Девчата, просто муа! Удачи вам, девчонки! Простите, сегодня спасибо. Сижу... Все-таки спасибо. Мы больше хорошие девчата. Вы прекрасные девчата. Там. Вы красотки, очень стильно одеты, очень хорошо выглядите и прекрасно звучите вместе. Просто в сочетании с Леди Мармалад, вот Леди Мармалад не получилось. Спасибо. Спасибо. А вот у Надежды Бабкиной все получилось. Все сложилось, абсолютно, да, Надежда? Абсолютно все сложилось. Девчонки, вы очень красивые. И я вообще, прям как посмотрела на ваши розы, подумала, мне тоже такой не хватает. Что бы сейчас кто ни сказал, вы это уже сделали. Все. Главное, что вы стоите, Надежда Георгиевна. Да я куда я денусь? Вот мы удивились. Ой, 69, мало как-то. Ну, вот никогда в жизни себе это не держите. Ну и что? Поэтому, дорогие мои, у меня этих фиаско, знаете, сколько было? Проб и ошибок. Да плевать на это. Так что двигаемся вперед. Удачи вам. Спасибо за выступление. Сергей Лазарев. Ну, лучше не скажешь, чем Надежда Георгиевна. Я лишь от себя добавлю, что... плохих девчонок мне, конечно, не хватило. Не хватило мне секаса от вас чуть-чуть больше. Ну, потому что получилось как-то... секаса? Ну, я ж так, да. У них розы в разных местах.
Это же намек. Целуй куда хочешь. Но это тебе не хватило, ты же не знаешь, что это такое, оказывается, ты не понимаешь. Нет, да, какой-то был советский секс, понимаете? А вот в Советском Союзе секса не было. Ну так мы сейчас вроде как и не в Советском Союзе, поэтому у вас какие-то вот леди Мармелад получились из Советского Союза. Вы не смогли переключиться. Но сам микс, само выступление, движение, все это было очень классно подобрано. Само выступление очень удачное. Спасибо большое, спасибо. 69 голосов набирает коллектив «Тиамо». Мы приглашаем вас занять второе место в тройке лидеров. Браво, девчонки! Они были не коллективом, не слаженные. Это первое, что мне не понравилось. Второе. От них не было, вот уже было сказано, никакой сексуальности, никакой энергии от них не шло для меня. И вот эти четверо, значит, энергетики должно быть, было быть в 4 раза больше. Да. Они должны были всех объять. Конечно. А тут вышли и цветы завяли. Прямо на груди. Все коллективы — это профессионалы с большим опытом. Они могут маскировать свои слабые места и выделять сильные. Но наши эксперты все равно услышат все нюансы. Ну-ка, все вместе! Мы продолжаем! Народники — это самый лояльный слушатель. Мы встаем практически на всех. Мы ко всем относимся с душой. В отличие от некоторых экспертов... Я так хотел быть добрым. Не получается, не получается, да? Не получается, что-то у меня пока. Опять в тебя зверина влили. Всем здравствуйте. Мы вокальная группа «Квартет Про». И мы представляем город Москва. Мы познакомились и подружились в чудесном учебном заведении под названием «Училище имени Свешникова». Именно в этом училище учатся только мальчики. Это все началось с военных времен, 45-го года, и продолжается по сей день только мальчики. И мы познакомились, когда нам было лет по 10, и с тех пор мы дружим уже больше 15 лет. Вместе мы ездили на гастроли, на концерты, учились в одном классе. И 3 года назад пришла идея в голову создать коллектив, именно вот как объединиться, как творческий коллектив. И с тех пор мы существуем, да, вот как вокальная группа. Сейчас мы поем во многих жанрах. Мы также поем джаз, мы поем и советскую эстраду, мы поем и какие-то, может быть, рок-баллады иногда в нашем многоголосном исполнении. Есть дружба, мы дружим, и нас вот это именно объединяет. У нас есть такой бэкграунд определенный, что мы с детства уже привыкли, что у нас конфликты какие-то могут быть, и мы привыкли их решать вот в этой дружеской, можно сказать, мальчишеской форме, потому что, ну, мы с молодых ногтей, считай, вместе находим пути. То есть можно сказать, что мы в прямом смысле слова выросли друг у друга на глазах. Характеры друг друга мы уже знаем, иногда вообще, можем предвосхищать какие-то нелепые обиды и что-то типа того, да. Иногда хочется, конечно, устроить кулачные бои, но своевременно ты себя останавливаешь и понимаешь, что нет, ну куда, ну мы же друзья в конечном итоге, конечно, нельзя так делать. Участие в конкурсе «Ну-ка, все вместе» — это, конечно же, новый вызов для нас. Нам очень хочется найти нового зрителя, может быть, в лице прекрасных дам. И, конечно, это всегда очень интересный эксперимент. А получится ли у нас, когда ты выходишь, когда у тебя очень большое сердцебиение, и тебе нужно 100 человек, экспертов, лучших в своем деле, поднять с их мест? Мальчики! Мужчины! Представляете, сейчас еще хор турецкого выйдет. Ну, это тоже эстрада, я думаю. Хотя, может быть, академ. Может, академисты. Академисты. В черном, все в строгом. Сейчас будет, значит, мне кажется, они голосами строго будут сейчас все делать. Тюба-па-па. Вот. Думаешь, такой джаз, да? Какой-то. Может быть. Так, красавцы какие. Что могут петь девчонки, ясно. А что могут петь парни? Мне кажется, из репертуара Эль Дива сейчас что-нибудь будет. Здравствуйте, уважаемые эксперты, зрители, телезрители. Мы вокальная группа «Квартет Про». Спасибо. Мы встретились и подружились уже больше 10 лет назад в Московском хоровом училище имени Свешникова, где получили профессиональное музыкальное образование. Все 4 с разных городов. Горно-Алтайск, Ульяновск, Комсомольск-на-Амуре, Таганрог. Наш коллектив объединила мальчишеская дружба,
любовь к музыке и, конечно же, мечта. Мечта выступать на самых больших сценах. Мы поем всю нашу сознательную жизнь. И мы безумно счастливы дарить нашим творчеством людям радость. Ладно, сказал хорошо. Теперь спой так же. Спой так же хорошо. Да, высокую художественную. Но, скорее всего, какая-то... Классика. Классика, да. Классика, да. Сейчас, может, порадует твое сердце, уши. Вообще все будет. Интересно, что сделать. Девчонки, вон из группы уже положили глаз. Ой. На рижском сборе воздух свет. Там родит ветер моих надежд. Туда спешит мой самолет. Девушка Симон меня любит, ты ждешь. Симона, девушка моей мечты. Симона, энергия есть, королева красоты. Она прекрасна, как морской рассвет. На целом побережье лучше девушки нет, нет, нет. Па-па-ю-ра-па-па-пау. Ой, какие-то они несуразные, не могу понять. Си-ма-ди-ду-я-ду-да-ба. Ее картины просто блеск. Так заметно, что это не их музыка. Она богиня среди поэтесс. Играет в теннис и баскетбол. Слушает Баха и рок-н-ролл. Симона, девушка моей мечты. Симона, королева красоты. Ва-па-па. На целом побережье лучше нет. О, Симона, о, май лав. Симона, девушка моей мечты. Симона, побережье лучше девушки нет, нет, нет. Ну, красавцы, красавцы. Сольные куски мне не очень понравились. Как-то... Ну, круто. Меня Надежда Георгиевна собрала. Ну, спокойно, нормально все. Энергия была, все нормально. Хороши, что ты? Хороши, да. Мужчины стоят. Квартет ПРО. Давайте посмотрим, сколько голосов они набирают. 92 голоса. Ну что ж. Ребят, прекрасный результат, что творили вы с людьми. Просто Ева Власова, она просто зашлась в танце. Даже я такой ее никогда не видел. Такая всегда скромная такая. Не подходи, ничего, ни комплименты не говори. Волосы распустила. А тут прямо, что такое? Ну, ты любишь, когда много? Я, во-первых, мне очень понравилось выступление голосов. Ребят. Мне очень понравились вы. Мне очень понравилась ваша энергетика. Мне очень понравилось, что вы не выходили из образа. Было потрясающе, ребят, молодцы. Спасибо огромное, очень приятно. Олег, что с тобой случилось? Я не знал, что ты так пляшешь. Я тебя так видел. Я тут рядом нахожусь. Надежда, я понимаю, что под ваш хоровод попасть это уже на всю жизнь. Ты понял? Я понял, да. Я надеюсь. Слушайте, я не понимаю даже, откуда в нас берется энергия на все эти танцы, на разные это жанры. Это только начало. Да-да-да. Потрясающая была фишка с фальшфиналом, когда все закончилось. Да, я правда вообще подскочила на жанр. Да, и вроде бы все посмотрели. Ой, мы не успели встать. Я! Ох, мои красотки, дайте я между вами просто, боже мой, просто лицо к джели сегодня. Ребят, Леночка, давай. Да. У вас, конечно, гениальное слияние, понимаете? Вот так вот петь
как моя сестра любит сказать слово, хай-класс. Вот, правда, мне так захотелось вот к вам. Вот. Слиться в многоголосие? Нет, ну подожди. Вот именно к вам, вот тот, который вначале говорил. Вот в данный момент я в вас просто влюбилась. Простите, может быть, я это сказала откровенно, но я сказала это откровенно. Мне очень приятно, спасибо большое. Вы запомните парня этого человека. Альберта Жалилова, заслуженного артиста Татарстана. Альберт, вы же могли бы быть пятым. Но мне кажется, это оценка-то высокая на самом деле. Поэтому здесь мне не за что каяться, вот так скажем. На самом деле номер очень классный, зажигательный. Видна школа, настоящая школа. Но чего мне не хватило лично? Во-первых, если все-таки есть в ансамбле сольные куски, то я оцениваю солистов. Часто такое бывает в ансамблевом пении, что все концентрируется на вот моментах, где поют все вместе, где пачки есть. И сольные куски так немножечко, ну нормально, споем как-нибудь, мы же профессионалы. А все-таки каждый сольный кусок нужно дорабатывать. И вот здесь были моменты не очень ритмичные, не очень пропетые ноты, а все-таки хотелось большего мяса в сольных кусках именно. Спасибо большое. Отдавай микрофон обратно, не слушайте его. Так. Надежда. Аккуратнее, аккуратнее. Я максимально аккуратно. На платье. А что вы хотели, Надежда? Сошлись два народных. Нам всегда мало места. Так мы стать должны единым фронтом. А мы с тобой давно единый фронт. Царица русской песни. Все бразды правления в твои руки. Очень вы мне понравились. Не надо, Коля, ничего не вставлять. Я никого не называл. Но подумал. Я знаю твой вкус. Я знаю, что ты подумал. Да. Я тоже. Он, знаешь, что он конечно, хотел сказать? Что? Что у Нади молодежный период. Да. У Нади давно молодежный период. Тихо. Надя. И мы за тебя счастливы. Не надо завидовать. Двое из ларца. Я поднялась. Мне это нравится. Но я понимаю, что у вас еще впереди много чего надо сотворить. Хотите, скажу, чего мне не хватило? Энергии мужской. Вы стояли, скромничали. Мальчики, а где это? А куда рвануть? А глаза? Правильно было сказано по поводу того, что солист должен в этой ситуации подметки рвать. Кучерявый, я к тебе сейчас. Ты видишь, я на тебя смотрю. Теперь стоишь, ему ловишь, дорогой я мой. Я слушаю, очень внимательно. Дед, кроме шуток, не только ты. И все такое ощущение чуть-чуть подзажались. Да плевать, вы уже на сцене, вас уже страна смотрит. Вот будьте любезны порадовать страну, удивить и красиво спеть. Мальчики, вперед из песни. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Мне кажется, после Надежды Георгиевны тебе нечего добавить. Не 5 копеек. Нет, как раз только 5 копеек и есть добавить. Просто я на самом деле не хотел до последнего вставать, но потом Надежда Георгиевна написала: «Что сидишь?» Я прям: «Да, все хорошо». Объясню, почему я не вставал долго. Ну, знаете, вот вы немножко такие, не обижайтесь, немножко угловатые какие-то, да, какие-то несуразные они. Вот, стесняются. Может быть, мне не хватило во всем этом, в том числе в вашем исполнении, немножко стиля. Да, мощная, известная песня Кузьмина, все, понятно. Но как будто это из 86-го года к нам приехало чуть-чуть, понимаете? Ну ладно, все равно пели вы хорошо, поэтому заслужен 92. Браво, ну спасибо что? Большое, спасибо. Квартет «Про» занимает второе место в тройке лидеров. Браво, ребята! С прекрасным результатом 92 голоса! Я просто понимаю, что надо поддержать любое начинание. Достаточно такой хрупкой, молодой, можно его загубить. А если там поддержать как-то, да, ну и пусть развивается. Глядишь, через год, два, три они проявляются по-другому. Да, опаньки! И уже все в восторге и так далее. Одно правильное слово, один какой-то правильный совершенно комментарий. Совершенно верно. Ну, для смысла Симона они еще просто не доросли. Понимаешь, Сереж, вот мы когда появились, нас везде чморили. Мне вообще в глаза: никакие вы не таланты. Тебя вообще надо отчислить за профнепригодность меня из вуза. В конце концов, я говорю, вы можете делать, что хотите. Я говорю, я все равно буду Бабкиной. В теории, чтобы набрать 100 баллов, каждый участник квартета должен поднять всего лишь 25 экспертов. К сожалению, на практике сделать это не так-то просто. Но, возможно, сегодня мы еще увидим нижнюю часть костюма
каждого члена жюри. Ну-ка, все вместе, ну-ка, продолжим! Я хочу коллектив, который голосами все делает, который поет акапелла, но делает инструменты голосами и поет. Ну, битбокс ты хочешь, битбоксы, что ли? Битбоксы, да, чтобы вот это все подключалось. Угу. Вот это, ну, было это бы классно. Классно, конечно. У них просто огромная палитра для творчества. Они могут, ну, что угодно делать. Не так много тоже. Я думаю, что нас ждут хорошие сюрпризы впереди. Всем привет! И это группа Quintet. Наш коллектив «Квинтет» так называется, потому что он состоит из 5 человек, и все мы королевы. Каждый из участниц владеет каким-либо инструментом. У нас 2 пианистки, остальные вокалистки. И мы, помимо этого проекта, занимаемся еще многими инструментальными проектами. Нас очень объединяет джазовая музыка. Вот, мы все преподаватели Академии джаза. Разных предметов. Нашей особенностью является то, что мы поем акапелла. Это оригинальные аранжировки песен. Ну и, конечно же, мы делаем акцент на то, что мы девушки. В наших песнях присутствует женственность, романтизм, некая даже ласковость, если есть такое слово. Вот, и мы пытаемся воплотить это на сцене. Это наше первое телевизионное шоу. И мы очень боимся. Мы очень переживаем, очень нервничаем. Но мы хотим прожить этот момент по максимуму, взять микрофоны в руки, выйти на сцену и сделать все, что от нас зависит, сделать это наилучшим образом, получить от этого удовольствие. Так. Девичья группа. Вау! Ой, посмотрите сюда, какая невероятная. Да, Барби стиль. Девочки, а у нас конкуренток-то, о! Девчонки в тренде. Здравствуйте, уважаемые жюри. Мы группа Quintet. Мы счастливы быть на этой сцене и петь для вас. Только они очень боятся и очень волнуются. Навсегда, уа-уа, навсегда, уа-уа, мы с тобой, уа-уа, улетим туда. Навсегда, уа-уа, навсегда, уа-уа.
Ну что ж, давайте посмотрим, сколько голосов набрала группа Quintet. Двадцать 29 голосов. Почему? Ретроградный Меркурий там что-то или еще что-то. Семен Лиманов. Блистательный педагог, преподаватель эстрадного вокала. Девочки, ну я преподаватель колледжа искусств, и у нас в колледже так на втором курсе поют. Не обижайтесь, пожалуйста, но у вас номер немножко недоработан по динамическим штрихам, акцентам. Как-то все было неровно, даже ансамблевый строй периодически вы не держали. Вот все-таки нужно над этим поработать. Когда вы выходите на такой конкурс, надо выступать не как студенты, а как настоящие артисты. То же самое я хочу, вот у меня вот как-то вот к внешним вашим костюмам тоже много вопросов. Как-то по-студенчески вы тоже и одеты. Пожалуйста, продумайте в следующий раз, когда вы выходите на такую сцену телевизионную, продумайте все. Вы уже выходите сюда, как звезды должны выступать. Спасибо. Спасибо, Семен. Спасибо. Олечка Поштовая. Олечка, скажи, пожалуйста, что там говорят звезды? Я, как всегда, как ответственная за светило, объясню, что произошло. У нас просто луна в Козероге. Ребят, ну сейчас всем будет все понятно. Козерогом управляет Сатурн, а Сатурн — это про сдержанность. Луна — про эмоции. Поэтому, возможно, сегодня и ваши эмоции были чуть более сдержаны. Ну и наши уважаемые судьи тоже немного сдержаны. Мне понравилось ваше настроение. Вы привнесли свежесть, легкость. И особенно отдельное спасибо за ваше креативное название. Quintet. Я так понимаю, это от королевы, да? Круто. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Олечка. Спасибо. А вот Артем стоит в желтом квадрате. Артем, давай жги, как ты умеешь. Давай. Прямоугольники. Девчонки, красотки, классные, стильные. Само собой. Девчонки, красотки, классные, стильные. Кто там сидит, вам говорят, с нарядами какие-то проблемы. Посмотрите, какая красота. Настоящее лето у нас вновь. Оставайтесь такими же замечательными. Пойте, творите, молодцы! Аплодисменты! Громче, 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 спасибо, громче, давай! Спасибо большое. А вы что, остались сидеть разве? Да. Ты знаешь, представь себе. Ну а что ж такое, что не понравилось в девушках вам? Ты что, ведущий? Вот именно. Коля мне даст слово. Ты что, как-то уже совсем перешел границы. Коля мне даст слово, я тогда да, скажу. Да, Надежда Георгиевна, вам слово всегда, вне очереди, вне съезда. Ишь ты какой шустрый. Вот если бы они так зажгли, как ты, я бы встала через 2 секунды. Ты понимаешь? А я виновата, что тебя там нет. Надежда Георгиевна, давайте я спущусь к ним, и мы перепоем. Да не надо к ним, спускай к Надежде. Я тебе скажу, поздняк метаться. Девчонки, я вам скажу так. Вы можете слушать, не слушать никого. Все замечания, которые в ваш адрес звучали, они правильные, они честные. Но очень мило, как школьницы вышли. А мы, ну правда, очень мило. Да вы не переживайте. Я вот эти конкурсы прошла больше, чем я живу. Ничего, главное не заморачиваться, а двигаться вперед. Спонсоров искать. Ну, Коля... А что сразу Коля? Как спонсор, так Коля! А кто еще? А кто мне поможет? Я! Ты мне уже помогла. Коля, кстати, дорогие друзья, хочу тихо официально заявить. Не надо. Надежда Бабкина спасла мне жизнь. Да ладно. Не тебе одному, многим. Но это не имеет значения. В общем, девочки, не обращайте внимания. Возьмите у кого-то в прокат там. Ну, еще что-то, где-нибудь. Но придумайте какую-то фишечку интересную. Молодые, яркие, красивые. Господи, вы берете совершенно другим. И слава богу. Поэтому дерзайте, двигайтесь и не переживайте. Сергей Лазарев. Спасибо. Я тоже, к сожалению, сижу и не поднялся. Понимаете, вот вас на сцене 5 человек, да? 5 красивых девушек. Но ощущение, что поют маленькие лилипутики. Вот, знаете, вообще ничего не летит. Вот просто... Вот такая энергетика. Да, из уважения хотя бы. Я не могу, правило, что я должен сидеть. А я встала. Ну, вам можно все. Ну, я тоже. Нет, ну, я не могу. Нет, встань из уважения. Да я уважаю, конечно. Получается, что я 5 сезонов до этого никого не уважал. Нет. Надежда Георгиевна.
Ты все, как вы скажете, так и будет. Что я говорил? Я все говорю. Вот теперь высказывайся. Да, все, как скажете, все. Мы же знали, что она придет со своим уставом, поэтому да? Что делать? Сейчас правила все вообще поменяем, ребята. Шутки шутками, но это какое-то ученическое пение, очень аккуратное и... Вот, боязливое. Боязливое. А что самое главное, не было вообще энергетики. Звук-то должен долететь, должен поднять всю сотню, понимаете? А здесь все-таки шестиэтажный дом, до каждого должен долететь. Это просто на будущее. Спасибо. Ну что ж, спасибо. Прекрасный коллектив, квинтет. К сожалению, вы покидаете «Ну-ка» все вместе с результатом 29 баллов. Надеюсь, что вы получили огромный опыт, но самое главное, вы подарили свое искусство миллионам телезрителей. Чего вы встали-то на этих девочек? У них какая-то фишечка была. У девочек была, понимаешь, действительно. Была. Это будет для них просто очень хороший урок, очень хорошая промо. Молодые девочки, хорошие молодые девочки, воздушные, молоденькие, неопытные. Ничего, все впереди. Ничего научится. Пять сезонов мы наивно полагали, что наше шоу не может стать еще масштабней. Но коллективы все-таки вывели проект на новый уровень. И прямо сейчас встречаем следующий. Ну-ка, все вместе, ну-ка, продолжим. Вот ансамблевое пение – очень сложная тема. Голоса у всех разные. И задача здесь не в силе голоса, а объединить тембры, вот эту вот тонкость вибраций. Вибрации, где надо поддать всем вместе, раскрыть. И вот чтобы это было, вот знаешь, как один человек поет, а их на самом деле стоит там 5-6, неважно, хоть 12. Сейчас какой-то коллектив выйдет и как жахнет на 100. Меня зовут Антон Иванов. Меня зовут Евгений Гаранин. Мы солисты группы «Пятеро». Мы, на самом деле, очень многоформатный коллектив, потому что мы начинали как акапельный коллектив, мы пели исключительно акапелла, битбокс, мы лауреаты разных международных конкурсов именно в этой стезе. Потом мы поняли, что для нас эти жанры, эти рамки очень узкие, и мы начали экспериментировать с разными каверами, и логичным путем пришли к авторским песням, то, на что мы сейчас делаем основной упор. И у нас есть дуэты с Александром Добронравовым, Рем Мирабо, Варварой. Мы активно сотрудничаем с Екатериной Гусевой, Марк Тишман, Алиска Гребенщикова. То есть очень много артистов, с которыми мы дружим и рады, что у нас есть возможность с ними делать свое творчество. Мы учились с первого класса вместе. Просто он чуть-чуть постарше лет, наверное. Да, ну у нас на 20. Не, у нас 5 солистов. Вот Павел Киселев. Мы с ним пришли в 93-м году в первый класс хорового училища имени Свешникова. Вот, и в этом сентябре 30 лет нашей дружбы, знакомству. Вот, а Женя и еще один Женя учились на 3-4 года младше. Вот, соответственно, лихие 90-е мы... Это нам очень помогает, прожили. Потому что кто-то занимается организацией, кто-то пишет песни, кто-то делает аранжировки. Один поэт академично, другой поэт эстрадно, третий поэт как рок, да, четвертый вообще петь не умеет, просто не знаю, что в группе вообще делает. Главное вовремя найти место. Паша будет рад. Не, на самом деле нет. Шучу, это шутка. Паша очень талантливый композитор. У нас просто такой, выработанный свой личностный опыт, поэтому люди, которые со стороны попадают в наше общество, они вообще первое время не понимают, что происходит. Да. То ли мы ругаемся, то ли мы издеваемся друг на другом. А у нас просто, каждый скинет слово, все добавят. Поэтому тут главное в такой как будто мы, знаете, застряли в таком возрасте, где-то там 16 лет. Да. Но при этом мы можем переключиться в нужный момент, собраться, когда есть какое-то ответственное мероприятие или нужно там вести какой-то серьезный диалог. Мы сразу перевоплощаемся в таких взрослых мужчин, которые уже решают дела. Но в большей степени мы пребываем вот в этом таком. Это здорово. Подождите! Что? Что? Вот мужчины выходят. Вот интересно, пирожки ни с чем или с содержанием? Все, держите меня пятеро. Ты хотел стиля, Гриш? Здравствуйте, друзья, мы группа «Пятеро». Мы хотим пожелать вам удачи. И нам нужны ваши бурные аплодисменты, чтобы мы не волновались. Красавцы. Это опытно, это стреляные воробьи. Вот эта энергия. Слушай, они еще пока не запели, они мне уже нравятся. Ой, какой! Давайте, серединки, какой! С корешечкой.
Здесь уже стиль виден. Да, да, уже да. Стиль виден, понимаешь? Да, конечно. Очень да, сильные, очень уверенные. Кайфарики. Солисты очень интересные, очень типажные. Светят огни городов, я за тобой вновь бегу, но вырваться из оков я уже не смогу. Ты словно сильный магнит, но почему далеко, и сердце мое болит падать так высоко. Не молчи, опа-да. Скажи мне хоть пару слов. Я за тобой по пятам, хоть так и быть не должно, и сердце напополам, как же сейчас темно. Скажи мне хоть пару слов. Да. Будь добрей. И они нашу спасут любовь. Нашу спасут любовь. Давайте посмотрим, сколько баллов набирает группа «Пятеро» с песней Димы Билана. Шестьдесят 5 голосов. Не хватило 5 голосов, чтобы пройти дальше. Ну что ж, Лиза Слышкина сегодня у нас на стене, наша участница. Лиз, побью тебя! А еще говорят, что я на людей тут ругаюсь. Я объясню, почему я сижу. На самом деле, вы прекрасные молодые люди, вы здорово выглядите. Для меня вы по отдельности все достаточно колоритные ребята, но вместе вот как-то, понимаете, не сложилось картинки, это во-первых. Во-вторых, русский язык все-таки коварный язык. Мне в каких-то местах это звучало довольно чопорно, то есть хотелось больше какого-то легато. Поэтому, к сожалению, я не смогла услышать вот такое вот единое целое. Но в общем и целом вы очень классные. И я думаю, что если бы, может быть, был бы другой репертуар, то вы бы прозвучали более колоритно. Передайте Николаю Ерохину премьеру-тенору нашей сотни. Ребят, ну что я вам хочу сказать. Для меня номер не сложился почему-то в целом у вас. Мне казалось, что вы пели очень разрозненно все. То есть единой целой картинки для меня не получилось у вас. Это первое. Второе.
Это, конечно же, вот этот вот так называемый, для меня так называемое модное звучание, когда отсутствует тембр голоса, подстертый звук такой, знаете, когда чуть-чуть, даже не чуть-чуть, а как будто очень сильно вы уставшие были, или после перелета большого глобального. Вот это вот... Мне хотелось постоянно скинуть мокроту, когда вы пели, если вы знаете... Скинь на кого-нибудь! Выражение, да. Цельности выступления для меня не прозвучало. Спасибо, Николай. Давайте спросим мнение ведущего нового радио Никиты Никитина. Совсем скоро мы узнаем имена тех, кто поборется за главный приз и специальный подарок от нашего информационного партнера нового радио. Запись песни и ротации в эфире. Ведь на новом радио звучат только суперхиты и суперновинки. Никита... Слушайте, на самом деле мой голос был поначалу отдан вам всем, но в конце, вернее, даже в середине, вот я понял то, что я могу отдать вот только молодому человеку посередине, потому что вы меня смогли удивить своим голосом, покорить. Вы прекрасный вокалист. Возможно, это просто не ваша песня. Потрясающий Дима Билан ее исполняет, у него получается это очень круто, но, возможно, это не суперконкурсно. Спасибо, Никит. А у нас есть автор аранжировки этой песни. Это было великолепно, то, что вы сделали. Я встал первый, у меня побежали мурашки. Я обожаю эту песню, я обожаю эту работу, я обожаю артиста Диму Билана. И то, что вы сегодня сделали, это было не хуже оригинала. Спасибо вам большое. И никому не слушайте. Да, вы абсолютно спасибо. Прекрасно вместе звучите. Не обязательно гвоздить постоянно, чтобы здесь было красиво, не, понимаете? Вот так никогда не надо. Ну, я просто утрирую. Спасибо вам большое. Спасибо, это было Давид, круто. Спасибо. Ну что ж, а мы спросим Надежду Бабкину. Парни, я вам скажу, это не конкурсный репертуар. Потому что не надо, чтобы ни с кем сравнивали. А раз сравнивают, значит, есть повод. Зачем давать лишний повод? Поэтому занимайтесь, репетируйте. И будет все хорошо в вашей жизни. Не печальтесь. Удачи. Спасибо. Спасибо. Уже все хорошо. Прекрасный опыт. Да, ребят, на самом деле, понимаете, отчасти, вот я хочу сказать, вот вы пели по отдельности, да? А вот, скорее всего, вы каждый из вас нереализованный солист. Вот реально, по потенциалу... Я вот не соглашусь. Прости, возьму отлично, слово. Отлично, давай, не согласись. Я не соглашусь, потому что как раз сольные куски все были в провале. Не прозвучали ни по тембру. А зачем ты встал тогда? Усредненные. Ну, во-первых, я уже боюсь грозного взгляда Надежды Георгиевны. Я теперь понимаю, когда вы меня боитесь. Я теперь Надежды Георгиевны боюсь. Но если говорить серьезно, я встал, потому что к концу все-таки вы распелись. Можно я скажу? Я редко говорю. Послушайте, у вас есть... потрясающая сейчас возможность. На этой стене находятся уникальные педагоги, уникальные люди. Вот я вам честно посоветовал бы Этери Бериашвили, потому что она в этом просто профи. Я потом скажу. Ты их знаешь, да, Этери? Конечно, вас очень хорошо знаю. Вас надо немного подсобрать. Сейчас меня просто разрывают эмоции, потому что, во-первых, группа «Пятеро» — это профессиональная группа. Они очень успешно работают. Наверняка, вот сейчас душа у каждого из них просто... Какого черта мы сюда пришли? Ну, просто очень обидно за такой исход ситуации. Ну что? Ну, это что, катастрофа? Это да конкурс. Нет, это не катастрофа, нет. Мы, на самом деле, шли на этот конкурс с большим волнением, потому что мы очень много лет не принимали участие в никаких конкурсах. И для нас приходить на суд зрителей, на ваш суд, да, показывать вам себя именно в конкурсе очень боязно и непривычно. Поэтому... Ребят, да мы здесь 5 лет слушайте, сидим, мы да, уже чего-то не слышали, не видели. Во-вторых, даже для очень больших артистов конкурс порой очень важен и нужен, чтобы не забронзоветь. Знаете, когда я, например, поехал первый раз на Евровидение, я тоже уже был состоявшимся артистом. Это был большой риск представлять страну, это был конкурс. И можно было так бабахнуть... И свалиться там, с пьедестала очень легко. Потом второй раз так же. Это нужно для любого артиста, даже если у тебя гастроли, корпоративы. Выход из зоны комфорта, конечно. Вся страна
Здесь вы тоже на всю страну. Это самое рейтинговое шоу. Нужно уметь и выигрывать, и проигрывать. А если вы проигрываете, значит, есть над чем работать. Значит, вам нужно задуматься над тем, что, возможно, что-то нужно подправить, доработать. Да. И где-то вы подрасслабились. Согласен. Это только для самих себя. Вот этот опыт. В любом случае, 65 голосов – это очень хороший результат. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, хорошо, весело. «Не молчи» спела вокальная группа «Пятеро», и 65 экспертов услышали эту просьбу. Но, к сожалению, этих результатов недостаточно, чтобы пройти в тройку лидеров. Мы прощаемся с потрясающим коллективом «Пятеро». Ребята, удачи вам. Как-то ребята просто словили звезду. Не видела у них какое-то, знаешь, неприятие того, что мы им говорили. Я увидел. Нет, у них такое недоумение было, ты знаешь. Просто когда признанный артист уже, у него есть слушатели свой, да, им, конечно, сложно принять критику вот отдельных личностей, даже будь профессионал. Квинтет «Пятеро» не смог поднять на ноги наш чинтет или нашу сотню, если перевести этот термин с латыни. Но сегодня это действительно будет непросто, потому что в эфире специальный выпуск. Ну-ка, все вместе, и мы продолжаем! А вы думаете, все-таки сейчас какой мы увидим? Я не знаю, но на академисты должны. Вот смотри, женский был, мужской был, но смесь должна быть. Essenesis, здравствуйте. С вами вокальная джазовая группа Seven Steps to Heaven. Город Казань, Республика Татарстан. Наш коллектив существует относительно недавно, всего год. В коллективе 6 участников. И мы все являемся однокурсниками. Мы вместе учились в одном из творческих вузов нашей страны и решили, благодаря арт-кластеру Таврида, организовать вокальную джазовую группу. На данный момент наша вокальная группа — это один из немногих акапельных коллективов, исполняющих настоящий джаз. Дело в том, что многоголосное пение акапелла — это, в принципе, сам по себе жанр достаточно трудный. Во-первых, нужно исключительно чувство собеседника, твоего партнера по ансамблю. Во-вторых, это, конечно, исключительный слух, то есть очень острый и тонкий. В целом, хочется сказать, что, ну, по крайней мере, для меня, это не просто коллектив единомышленников. Такие люди, которые могут заменить семью. В нашем коллективе есть и мама, есть и папа, есть бабушка, дед, есть даже домашние животные. Да. Ну, у нас настолько теплые отношения, что мы придумываем различные клички друг другу в соответствии с определенной моделью поведения. Не только там, художественного руководителя, контент-мейкера, хореографа, просто хорошего человека. Интересный момент. Перед каждым ответственным мероприятием у меня, как у участницы нашего ансамбля, случается всегда какая-то непредсказуемая ситуация. То это потеря голоса на московском джазовом фестивале, который был летом. Дело в том, что на днях я попала в дорожно-транспортное происшествие, итогом которого стал перелом ноги. Но даже это не помешает нам выйти в проект «Ну-ка, все вместе». Потому что главное — связки целы. Смотри, сегодня у нас какая-то розовая черная гамма. Ой, ты посмотри. Да, модная. Бедненькая, меня тоже возили на коляске с ногой. А, видимо, она ногу сломала, да? Ногу сломала? Ну, видимо, да. Уверена. Добрый вечер, уважаемые эксперты. С вами вокальная джазовая группа Seven Steps to Heaven из города Казань. И для нас... Спасибо. И для нас настоящий праздник петь на этой сцене для вас. Я уже поднимаюсь, все. Их же шестеро. Давайте, ребята, порадуйте наше. Нет, должен быть уровень в любом случае. Должен быть уровень. Но встали уже красиво. Такое ощущение, что где-то рулоны с розовой тканью грузовик перевернулся. Перевернулся. И всем нашли костюм. Сюда. Ничего себе. Что это за песня? Это что-то прям очень попсовое. У-у-у!
raindrops fall on the beauty of it all. It's when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I wanna spend some time with you. With you, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. You and I. We look for love, no time for tears. Wasted bottles, all the eyes. I didn't make no flowers. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We got to go for all we know. Just the two of us. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Развалились. Ой, жалко, ребят. I hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you. Wanna be the one with you. Не, ну надо поддержать, девка сломанной ногой стоит. Я их поддержу, сиди, сиди. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько голосов набирает группа Seven Steps to Heaven. 42. Ну что ж, я стою с заслуженным артистом Татарстана, ваш коллега Альберт Джалилов. Когда звучит слово «Татарстан», я встаю автоматически, но не смог сейчас. Да. Не смог. Почему? Здесь несколько моментов, вот так скажем. Во-первых, название коллектива, да, «Семь шагов в рай». Да. Мы шли, но вот пять шагов сделали, не дошли. До рая. Не дошли мы до рая, не дошли. То есть, может быть, вы посмотрели на стену, и вы увидели, что не поднимаются, и как-то настроение ухудшилось сразу. Ну, значит, боритесь. То есть вы вышли на сцену, займите ее и сделайте ее своей, и чтобы стена вся поднялась. Нет вот этой позиции победителя, что мы вышли, это наша сцена, наша площадка, мы вышли побеждать. Спасибо, Альберт. А вот, мне кажется, у нас на стене произошло восхождение в рай. Ольга Попкова. Просто Ольга? Дошла. Да, Ольга. Чего себе. А, я встала просто вас поддержать. Потому что ансамбля не случилось. И мне очень обидно за это. Потому что ансамблевая работа – это тогда, когда вы как единое целое, понимаете? Вы абсолютно не слышите друг друга. Мне очень больно и обидно за вас, потому что вы начали, и очень красиво, и мы все так настроились, думаем, ну сейчас хотя бы этот коллектив нам выдаст то, что мы все здесь ждем от вас, от всех, от ансамблей. Мне кажется, я ошибся Ольгой. Пойду-ка Сибород. Может, она хоть что-то хорошее скажет. Оленька, давайте. Ребята, когда я узнала, что в этом замечательном сезоне будет вот такой день, когда будут хоры и ансамбли, Оля, да, я думала, что это будет самый счастливый день, потому что я хоровик, они все по одному поют и поют, поют, поют. Господи, думаю, наконец люди, да, люди собрались группой. Я так люблю, я кроме ансамблей хоров ничего не люблю. Я люблю только вас. А меня?
Коля, ну это же ведь вечная любовь. Но... Коля, о чем вы говорите? Вот, ребят, ну я так хочу, чтобы вы все пели замечательно. У вас у всех потенциал. Так хочется, чтобы это было так, чтобы стена разорвалась, вскочила. Надежда Бабкина, вот она стоит. Да, конечно. Что хочу сказать? Про что поем? Где душа? А где радость? А где восторг? Вот ничего, все ровненько, мяу-мяу, тебя и понемяу. Примерно из этой серии. Понимаете, какая вещь? Мне без разницы, на каком языке поют люди. Если меня это трогает, я поднимусь и буду счастлива, что есть люди, которые умеют это делать блестяще. Я вас поддержала. И это большой шанс для вашей перспективы. Будьте любезны двигаться дальше как следует. Спасибо вам. Спасибо, Надежда. Блистательно. Ну что ж, ребята, извините, но сейчас будет говорить Сергей Лазарев. Извиняться не за что, Коль. Результат такой, какой есть. Я еще объясню ожидания высоких экспертов от сегодняшнего дня. Дело в том, что до этого были нереально сильные выпуски сольных исполнителей, где мы слышали таких вокалистов, с такими невероятными тембрами, а многие из них сильные, с высокими баллами, в 94, в 95 баллов, не проходили дальше, потому что на пьедестале было 100, 99, 98. И это были такие богатые голоса, что сейчас, когда мы слышим сольные партии у вас абсолютно обезличенными тембрами, никак не отличающимися друг от друга, нам становится просто обидно. Обидно за тех, кто ушел тогда, когда пели сольные ребята. Понимаете? Вот поэтому очень-очень высокие ожидания. В том числе от сольных партий. А когда еще и в ансамбле провал получается, тогда вообще хочется вот так развести руками. Но так как были сегодня прецеденты, когда но ребята это не пели хор, на 100 Сергей, это баллов, ну почти, да, 95 баллов, значит, это все-таки... Возможно, чтобы нас покорило ансамблевое пение. Значит, надо просто лучше работать, больше работать. Ну что ж, коллектив из Татарстана, вокально-джазовый, Seven Steps to Heaven, набирают 42 голоса. К сожалению, ребят, вы не проходите дальше. Но в любом случае, спасибо огромное, что вы нашли в себе смелость, пришли. И я надеюсь, что вы сделали для себя просто определенные выводы, и вы с каждым днем станете лучше, профессиональнее, и все у вас сложится. Браво! Излишне самоуверенный, что ли. Ну, на конкурс на такой, на всю страну выйти. Коллективы и выступают мощнее, радуются громче. Поэтому сегодня наша студия буквально переполнена счастьем. Вы смотрите самое эмоциональное вокальное шоу. Ну-ка, все вместе! Я хочу уже наконец расслабиться. У меня есть ощущение, что я постоянно в напряжении и переживаю за них, потому что у ребят ни у кого практически нет вот полной уверенности, полной слаженности. И я все время вот так вот замиранием сердца слежу за каждой ноткой. Не, ну что-то сейчас нужно, чтобы разорвали прям. Всем привет! Нет, ну можно поярче, пожалуйста. А кто вот это? Ну давай. Все, мы готовы. И всем привет! Мы хор Soul Reflection. Из Москвы. Нашему коллективу уже 2 года, и за этот небольшой промежуток времени мы уже успели посотрудничать со многими артистами. У нас абсолютно разножанровый репертуар, от госпела вплоть до рока. Мы можем исполнять, мы пели в храме, да. И на эстраду мы можем петь и поп-музыку. Даня наш хорист, также солист. Он будет у нас солировать в песне достаточно много раз, покажет свои способности. Я являюсь руководителем. Пару слов о руководителе. Строгий руководитель. Почему сразу строг? Можно еще что-то хорошее? Давай. Строгий, но в то же время очень добрый. И очень искренний. Мы все любим тебя. Ладно, меня все любят. Все ее любят. Меня все любят. Надеюсь, и вы нас полюбите. Вот. Да, мы еще очень смешные. Да, у нас очень веселый коллектив. Я думаю, что нам будет
нелегко, непросто соревноваться с коллективами, потому что, в принципе, петь сольно или петь в коллективе — это огромная разница. Всем нужно спеть свою партию, всем нужно быть в позиции, всем нужно быть в настроении. Тебе еще нужно двигаться, улыбаться и творить, в принципе. Поэтому все это вместе в совокупности дает определенную сложность. Сегодня мы будем какими? Расскажи. Яркими. Еще? Драйвовыми. Еще? Оторвыми. Окей. Вот. Сегодня будет весело. Ой, совсем молоденькие, прям совсем молоденькие. Так. Ну вот вам, пожалуйста, скорее всего, это, наверное, госпел да, какой-то. Хотели актет, вы его получили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, правда, актет. Ну, явно не академист. Но пестренько. Это твои, что ли, ученики? Здравствуйте, дорогие эксперты. А ты типа не знала. Мы коллектив Soul Reflection. Наше название символизирует связь музыки и души. И сегодня мы очень хотим поделиться с вами частичкой нашей души. Костюмы прикольные. Ну, сейчас посмотрим, как. Сейчас посмотрим. Какие твои ученики? К черту поезда, я сажусь за руль и увожу тебя туда. Причем тут поезда, причем тут поезда? Я просто сажусь за руль и увожу тебя. Украл твой телефон, алло, а, алло. Я вновь тебя не нашел, ты как НЛО. Сажусь за руль и увожу тебя туда. Причем тут поезда, причем тут поезда? Я просто сажусь за руль и увожу тебя. К черту поезда, к черту поезда. Я сажусь за руль и увожу тебя туда. Причем тут поезда, причем тут поезда? Я просто сажусь за руль и увожу тебя. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько голосов набирает группа Soul Reflection. Ничего себе! 95 голосов! Ничего себе! Да, ну что скажет
Александр Лунёв. Александр Лунёв, наш блистательный композитор, эксперт. Ну, первое, что я хочу сказать, что мне понравилось, что вы же очень, очень живые, и вы поете. Вот когда в унисон начали петь, я просто был в кайфе в таком, что просто я и нажал кнопку. Мне просто поразило унисон, просто класс. Я не говорю про сольное исполнение ваше вот под конец фальцетом вы пели. Ну, конечно, ну, молодость, она как бы для того и нужна, чтобы петь фальцетом. Молодость вызывает зависть, понимаю. Да. У вас все ясно и понятно, что вы поете красиво, радуйтесь музыке и все делайте искренне и честно. Это очень важно. Настя Крайнова скажет, она на 8-й секунде подскочила. На самом деле... А как ты танцевала, боже вообще, мой. Вообще, у нас все. Просто тут весь ряд выплясывал так. Ребят, спасибо огромное за такой позитив. От вас шла невероятная энергия. А в конце вот молодой человек прям, ну, раздал так раздал, по верхам пошел. И вы выглядите просто потрясающе, настолько стильно, настолько в тенденциях времени. Ну, это было классно. Спасибо огромное. Спасибо большое. А перед вами стоит человек, который удостоен высших наград. Вот сейчас этот орден у него сияет на левом лацкане. Андрей Солод. Вы знаете, перед тем, как выйти на эту сцену, абсолютно явно слышно, что была проведена серьезная работа. Была хорошо разложены все партии, они были хорошо спеты и отрепетированы каждым из вас, да? То есть каждая партия вжилась в ваши мозги, понимаете? Вы были каждый на своем месте, абсолютно на своем месте. Слаженный номер, слаженное выступление, весело, задорно, замечательно. Я вас поздравляю, видимо, я ждал этого выступления. Это было очень качественно, это было очень фирменно, это было очень профессионально. Поэтому хорошее будущее, в добрый путь. Спасибо большое. Лев Рудин. Лёва! А чё, я стою. Так и я поэтому и удивился. А я вообще сентиментальный, когда детей вижу. Они дети все. Ну а что? Молодые, красивые, одеты стильно. Правильно. Хорошо. Все у них, видите, комплексно так подошли, стилизовано. Вот. Спели хорошо. Всего вам самого хорошего. Продолжайте. Но... Ни в коем случае не останавливайтесь в совершенстве. Это самое страшное, если останавливаешься на чем-то достигнутом. И думаешь, что ты уже крутой. Ну а что скажет царица русской песни Надежда Бабкина? Слушайте, замечательно. На вкус и цвет товарищей нет. Одеты вы прекрасно. Для своего возраста замечательно. Модно, стильно, лучезарно. Зажгли так зажгли. Главное, что это вы сделали до конца. Вы нигде не рассыпались и не, вот это вот все не потеряли. У вас осталась команда на сцене, что немаловажно. Вы молодцы, друзья мои. Это только начало вашего пути. И столько вам уже отвесили комплиментов и пожеланий. Прислушивайтесь и делайте честно свое дело. Вот и все. Спасибо большое. Ну, а что скажет лидер сотни? Ну, песня, которую выбрали, конечно, я в шоке, что эта песня, состоящая из ровно из двух фраз, всю дорогу подняла почти всю сотню. Ну, то есть тут часто, вы знаете, песня не очень конкурсная, говорят. Понимаете, а устали тут, засыпать. Да, понимаете, тут оказалось лучше, проще, да лучше. А то намудрят что-то и все мимо. Вот давайте начинать потихонечку. Давайте сейчас лучше меньше слов, больше дела. У вас есть молодость. Мы говорили о том, что хочется вот актуального чего-то, современного хочется чего-то. И вот вы нам дали эту свежую, актуальную, молодую энергию, энергетику. И самое главное, что у вас слышно, что у вас есть школа, база. То есть вы занимаетесь. И насколько я уже понял, я знаю человека, кто с вами занимается. Вот. Твоя рука? Честно, дайте зачетку. Все. Понимаете, да? Кто-то а я так смотрю, ты руководитель? Же, я создатель. Этот хор, этих студентов тогда еще в институте не было, был создан 5 лет тому назад, когда я пришла в институт работать. Эти ребята все сольные эстрадно-джазовые вокалисты. Вот это вот, слышно. Вот, вот, потому это что сольные слышно. Партии были тоже сильные, хорошие. И тембрально красивые. Тембрально. Красивые, очень да. Красивые. Это потрясающие дети, в которых я в свое время просто, я ничего не делала, я в них просто поверила.
И они сами такие, на самом деле, талантливые. А вчера Стелла мне говорит, это же у нас вчера была репетиция, мы готовимся к концерту кафедры. Говорит, а можно я пойду, у меня там еще одна репетиция? Я говорю, ну ладно, ладно, иди, да, мы все сделали. Ах, вот ты куда! Ну, я думаю, что сдали они. Зачет ставим. Зачет ставим однозначно. Вам удачи, ребят. Очень люблю, очень вам горжусь. Мы вас тоже любим. Спасибо, Терри. Нам, к сожалению, придется попрощаться с замечательным коллективом. Девчонки, спасибо вам огромное. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это была честь выступать для вас. Послушать все, что вы говорите, не только нам, но и нашим коллегам. Te amo. Я прошу квартет «Про» переместиться на третье место в тройке лидеров. С результатом 92 голоса. Теперь вы занимаете именно это место. Ну что ж, два коллектива набрали одинаковое количество голосов. Это значит, что мы должны определить, кто из них займет более высокое место в тройке лидеров. Для этого нас ждет тайное голосование. Но для начала давайте вспомним выступление этих коллективов. Сейчас мы увидим выступление Московского казачьего хора. Внимание на экран. Бойся ты, бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону. А теперь давайте посмотрим, как выступил коллектив Soul Reflection. Дорогие эксперты, прежде чем мы начнем голосование, я хочу напомнить, что каждый из вас может отдать свой голос только за один из коллективов. За оба голосовать нельзя. Голосование закрыто, никто не будет видеть результаты до окончания. Готовы? Да! Я объявляю голосование за Московский казачий хор открытым. Все, кто хочет отдать голос за них, нажмите свои кнопки. Результаты зафиксированы. Голосование за Московский казачий хор закрыто. А сейчас я прошу проголосовать тех, кто хочет отдать свои голоса за коллектив Soul Reflection. Голосование закрыто. Я прошу вывести результаты голосования на экраны. Ну что ж, Московский казачий хор остается на первом месте тройки лидеров, а на второе место отправляется Soul Reflection. Наши аплодисменты. Что там было петь в казачьем хоре? Ребята, выходите, кто от вас? Почти все участники выступили. Как ожидалось, результаты лидеров очень высокие. Но все же последний коллектив еще может изменить состав тройки. Давайте узнаем у фаворитов, как они переживают этот момент. Квартет «Про». Вы опустились в самую опасную зону. Сейчас опять повторюсь, но мы действительно очень рады сегодня быть здесь и петь сегодня для вас. Это честно, это очень искренне. И последним участникам мы желаем, конечно же, удачи. И надеемся, что мы все-таки поборемся за место в полуфинал. А, то есть вы им желаете удачи, но хотите остаться? Естественно. Ну хорошо, ну то есть переживаете? Ну естественно, конечно. Я на самом деле подрасслабился уже, думал, все хорошо. А тут вот ребята какие талантливые. Но я думаю, что все хорошо будет у всех. Хорошо, спасибо. Московский казачий хор. Вы на первом месте. Вот если что, вы готовы к батлу? Ну, во-первых, я хотел бы поблагодарить вас, дорогие друзья, вас за высокую оценку. Для нас это очень ценно. Я очень удивлен таким талантливым ребятам. Они действительно сильные и составляют конкуренцию нашему коллективу. Вот. Но я думаю, что мы будем бороться, и мы надеемся на первое место. Поэтому дай бог, все получится.
Ну, Soul Reflection тоже надеялся, что они на первое место попадут, а они на втором. Ребята, как сейчас вы себя чувствуете между такими... Волнительно. ...большими коллективами? Вы не ожидали или верили в свою победу? Если честно, мы специально ничего не предполагали. Просто шли уверенно вперед, и все. А если что, на батл у вас песня готова? Безусловно. Безусловно, мы будем очень ждать этого. Это очень интересно. Ну что ж, кажется, лидеры ничего не боятся. Но и последний коллектив верит в свои силы. Получится ли у ребят попасть в тройку лидеров в самом конце? Узнаем прямо сейчас. Я приглашаю на сцену коллектив номер 8! Дайте огня! Мне больше всего в ребятах понравилось то, что ты видела, как у них глаза горели? Да. Ты вот увидела себя? Чего не хватало 5 лет назад? Предыдущим ребятам всем. Да. То, что они каждый очень действительно горели тем, что делают. От каждого хотели. Шла энергетика. Да. Правда? Да. И это все почувствовали. Для меня, конечно же, лидеры, ну... Казачий хор. Это безусловно конкурентный коллектив. У меня тоже сейчас в лидерах казачий хор, потому что у них было энергетика раз, пение два, движения постановочные три и костюм полностью с ног до головы четыре. Здравствуйте! Мы женский хор «Жемчужина». Мы учимся в колледже имени Сергея Сергеевича Прокофьева в городе Пушкино. Там множество разных музыкальных специальностей. Мы для себя выбрали специальность хорового дирижирования. В нашем хоре примерно 35 человек. В основном это девочки, так как девочки выбирают профессию хорового дирижирования. Мы сохраняем традиции хорового пения, и вся классика русская, она написана, естественно, для академического хора, и в основном она используется акапелла, либо в опере, либо в сопровождении рояля, да и других инструментов. В этом году у нас было очень много выступлений в таких прекрасных залах, как Рахманиновский зал, Московская консерватория, Римско-католический собор. А еще... С нами недавно совсем произошла очень забавная ситуация. Мы выступали на концерте в зале нашего колледжа, и в разгаре произведения вдруг отключается полностью свет в зале, на сцене. То есть выключается электричество совсем. Вообще полная темнота, ничего не видно. Концертмейстер доигрывает по памяти, по внутренней памяти, доигрывает произведение сложное. Дирижер тоже работает в полной темноте, и хористы тоже поют интуитивно. В общем, было сложно, адреналин кипит. Зритель нас потом поддержал. Да. Мы, как в старые добрые времена, пели без всего, как настоящий такой... классический хор. Но я хочу добавить, что у коллектива включился вот такой профессиональный момент, что раз выключились микрофоны, значит, надо поменять подачу, да, надо чуть-чуть добавить громкости, ну и, соответственно, зритель практически ничего не заметил. В целом, мы чувствуем себя уверенно на сцене и подготовлены к любым трудностям, потому что нас с самого начала учат. Даже если стены вокруг рушатся, мы стоим и поем. О, ничего себе! Девчонки. Ух ты! С корзинками, девчонки. Как это не... Нет, это, скорее всего, народники будут. Народники нет. Ну, а кто? Здравствуйте. Меня зовут Ирина Устьянцева, и я художественный руководитель женского хора «Жемчужина». Сегодня мы исполним для вас произведение... из золотого репертуара хорового искусства. Прекрасно. Косоворот счастлива. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Сейчас сотка будет. Такое впечатление, что я попал в женскую гимназию. Каждая просто весна. Давайте посмотрим, сколько голосов набирает женский хор «Жемчужина». Ну, конечно же, это потрясающий хор Петра Ильича Чайковского из оперы «Евгений Онегин. Первая картина». Николай, помните? Было дело один раз. У вас. У вас. И у меня. И у нас. И у нас. Да. Ну что ж, что скажет Ольга Попкова? Слушайте, ну мне кажется, вот здесь как раз все сложилось. Вы подарили нам неизгладимое впечатление, потрясающие какие-то невероятные эмоции. Это все сопровождалось вашим уникальным пением, вашей хоровой партитурой. Здесь все было как раз в меру, и все так гармонировало друг с другом. И внешний ваш вид, и ваша картинка эта, и как вы пели, какая динамика была потрясающая. Замечательно. Молодцы. Я вас поздравляю. Спасибо. Виктория Кудрявцева, вы что скажете? Девушки, красавицы. Вы... Душеньки, подруженьки. Душеньки, да. Все было прекрасно. Был монолит. Никто не торчал. Вы такие нежные, такие костюмы, картинка, вот эти веночки, понимаете, ваши поющие лица, поющие вдохновенные глаза. Тут правда все сложилось. И я выражаю вам свою благодарность и личный поклон от меня. Я вас просто обожаю. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Спасибо, огромный успех. Григорий, колыбель какая. Что не девушка, то жемчуг. Какое звучание. Застегни рубашку. Дети смотрят. Она так, так должна быть. У меня, как бы сейчас это комично не прозвучало, у меня нет слов. Во-первых, у меня большой вопрос. Чья школа? Где вы? Из какого вы города? Мы из города Пушкино, Московский областной музыкальный колледж имени Сергея Сергеевича Прокофьева. Браво! Браво! Так профессионально вы звучали, это просто невозможно. Я не мог в это поверить. Вы просто с пластинки, вы готовая труппа для Большого театра. Просто, пожалуйста, не расходитесь. Держитесь друг за друга и, пожалуйста, открывайте театры, стройте. Это готовый коллектив хоровой. Это эталон. Браво! Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое. Мало кто знает, что Лев Борисович Рудин больше 10 лет пел в профессиональных хоровых коллективах. Митрополичем хоре Старопольского кафедрального собора и патриаршем хоре Храма Христа Спасителя. Я не ошибаюсь, Лев Борисович? Нет. О, давайте поаплодируем, друзья, вот так. А, девчонки, ну, классно. Все главное было выдержано в стиле. А, и к месту. Все достойно преподнесли. Большое вам спасибо. И творческих вам успехов. Передайте Мите Венгерову. Митя, на нулевой секунде ты поднялся. Во-первых, спасибо большое проекту «Ну-ка, все вместе». Мне впервые за много-много лет пригодилось образование. Я по образованию учитель музыки, а специальность у меня — хоровое дирижирование. Вот, и я сегодня... А по маме я еще и казак. Донской. Поэтому я вообще кайфанул от всего, что сегодня происходило, по максимуму. Я вот хочу сказать от чистого сердца, вот это было искусство в чистом виде. Вот так должно звучать искусство. Для того, чтобы это так звучало, это должна быть проведена катастрофическая работа. Низкий вам поклон за такую проделанную работу. Спасибо. И такое волшебство на выходе. Спасибо огромное. Надежда Бабкина. Напугал. Напугал так громко. А тут столько нежности, Коля. Надежда Бабкина. Да, я согласна. Во-первых, я искренне благодарна за то, что в этом проекте звучит настоящая наша классика. Классика великого композитора Петра Чайковского.
знаете, такая нежность полилась на сцене. Неподдельная, не наигранная, абсолютная нежность, абсолютная чистота. Спасибо вам за это. Это очень важно и необходимо. Спасибо вам за то, что выбрали это произведение. И ничуть его не испортили, а наоборот. Еще раз продемонстрировали чистоту этого великого композитора. Сергей Лазарев, можешь также продолжить в таком же стиле. В интонации. В интонации. Ну как у Надежды Георгиевны, у меня, к сожалению, не получится. Но я постараюсь. Смотрите, у вас 96 баллов. Это значит, получается, что вы проходите в полуфинал. И вас всех вместе больше в 3 раза, чем всех полуфиналистов вместе взятых. Вы их можете окружить и сделать им темную. Останетесь только одни вы. Вы такие светлые, сделайте им темную. Забить корзинами. Да, не зря же вы с ними выходили. А, конечно, это что-то новое на этой сцене. Такого еще никогда не происходило. Абсолютный эксклюзив на сцене шоу «Ну-ка, все вместе». Хоровое пение, классика, академическое пение. Да, да, это да, да, очень да. красиво. Пьяно, это очень светло. И мне очень понравилось, как Саша сказала, по поводу того, что ангелы спустились. Действительно, ангелочки. Вот давайте на такой светлой ноте мы закончим отборочный тур. Да? Это было замечательно. Вы хочется мне так говорить всегда. Ой! Это вот так благостно. Ново. Да, как-то по-новому. Потому что я все время кричу на всех! Но можно же и так разговаривать. Спасибо. Чистейшие голоса. Да. Девушки-красавицы набирают 96 баллов и возглавляют тройку лидеров. К сожалению, мы прощаемся с квартетом «Про». Парни, вашего результата не хватило для того, чтобы продолжить борьбу. Но мне кажется, проиграть им — это одно удовольствие. Мне действительно очень радостно, что «Бессмертная классика» сегодня победила. На самом деле я расстроен, честно. Но мне кажется, это нормально. Девушкам место уступили, это тоже благородно. Тоже верно. Но я очень хочу верить в то, что мы с вами, со всеми вами, встретимся еще не один раз. Это для нас очень большой опыт, и нам безумно было приятно стоять сегодня здесь и петь для вас, для зрителей и телезрителей. Молодец. Ну, спасибо, Рома. Я желаю вам, очень просто чтобы ваши желания и мечты сбылись. Спасибо, ребята. Квартет «Про», спасибо. Ну что, проходите на первое место. Женский хор «Жемчужина» делает абсолютно это заслуженно. Браво, браво еще раз. Слушай, ну у меня какое-то очень светлое вот чувство да? сейчас. Скажи, как да. будто вот в храме побывали. Конечно. Но такая музыка не может не вызывать вот ни просто такие, вот ни другие чувства. Вот прям аж вдохнуть хочется. Это музыка победителя, это музыка победы. Поэтому всегда это будет так звучать. Юбилейный сезон «Ну-ка, все вместе» продолжает удивлять. «Россия-1» празднует громко, с размахом и надеется, что вы присоединитесь. Приглашаем всех на грандиозный концерт в Москве. Приходите 21 ноября в Крокус-Сити-Холл. Мы с Сергеем Лазаревым тоже там будем и споем вместе со всеми. Как и в классических выпусках, в полуфиналы проходят только 2 коллектива. Команда, занявшая 1-е место, делает это напрямую, без препятствий. Сегодня это женский хор «Жемчужина». Поздравляем вас! Вторым полуфиналистом станет победитель вокальной дуэли между лидерами 2-го и 3-го места. И пройдет эта вокальная дуэль прямо сейчас. Ваши прошлые результаты исчезают. В дуэли вы будете набирать баллы заново. Первыми на эту сцену я приглашаю коллектив Soul Reflection. Удачи. Ой, свежесть, молодость. Ой. О. Ну что, удачи.
Очень хорошо. 90 голосов. Soul Reflection. С песней Måneskin. Это было прекрасно. Ребята, возвращайтесь обратно. И прекрасно, что вы начали с Чайковского. Ну а Soul Reflection уступает эту сцену московскому казачьему хору. Сейчас я вас всех пообнимаю. Вам достаточно 91 голоса. С последнего корпоратива давно не виделись. Приветствую. Что там у вас? Ой, то не вечер, то не вечер. Ну, Мариночка, мне малым мало спалось. Давайте. Жахните. Ой, то не вечер, то не вечер, ой, мне малым мало спалось, мне малым мало спалось. Мне во сне привиделось.
Дай мне, малым, мало спалось. Дай мне, малым, мало спалось. Это во сне привиделось. Дай мне, малый, мало спалось. Это во сне привиделось. Ой, да во сне Московский казачий хор набирает 92 голоса и прорывается в полуфинал. Я бы сказал, это было так. Славянский базар против Евровидения. Я приглашаю на сцену победителей сегодняшнего тура. Также я прошу спуститься к нам лидера сотни Сергея Лазарева. К сожалению, коллектив Soul Reflection выбывает из борьбы и не проходит в следующий тур. Спецвыпуск нашего шоу подошел к концу. Это было громогласно. Сергей, какие впечатления у тебя? Справилась ли сотня сегодня? Ну, сотня, безусловно, справилась. Вообще, мне эксперимент очень понравился, друзья. Честно, от всей души. Это было непросто оценивать коллективы. Это было впервые, чтобы хоры, ансамбли у нас собрались в отдельном эпизоде нашего прекрасного шоу. Так вот, у меня такое предложение. А может быть, мы сделаем целый сезон ансамблей и хоров? Потому что такого у нас еще не было. Целый сезон. Просто отдельный сезон только для хоров. Мне кажется, это прекрасно. И я в этот сезон приглашаю ребят из нашего прекрасного... One Reflection. Soul Reflection. А, Soul Reflection. Потому что вы проиграли совсем чуть-чуть и проиграли опытным маститым... Мастерам. Мастерам, да. Вы молодежь, и вы очень нам нужны в этом сезоне. Поэтому я приглашаю всех зрителей посмотреть этот сезон, когда мы будем его делать и снимать. Я думаю, что это классная идея. Поддерживаете? Да! Ну что ж, а я хотел бы поблагодарить отдельно нашу легендарную, выдающуюся певицу, которая сегодня находится здесь, на стене. Надежда Бабкина. Наши бурные аплодисменты. Спасибо, наша душа и царица русской песни по праву настоящая, неподражаемая и уникальная. Все аплодисменты! Дорогие друзья, это был специальный выпуск. А через неделю вас ждет первый полуфинал юбилейного сезона. Присоединяйтесь, чтобы поддержать своих фаворитов и спеть с нами на самом грандиозном вокальном шоу страны. Ну-ка, все вместе! Люблю вас! Увидимся через неделю! Круче и круче, я жду вас.